Сегодня в ролике я хочу повторить свой легендарный троллинг девушки Коти на Керамбит Голд. Я позову ее на дуэль, и когда-то год назад я уже звал ее на дуэль на Керамбит Голд. Я ее выиграл, но Керамбит Голд я не получил. Сегодня я хочу отомстить за это, затроллить ее, специально проиграть и вместо Керголда за 80 или 100 тысяч голды слить чаром Керголда за 200 голды. Ролик получился, ребята, очень смешным и интересным. Я не знаю, это, наверное, один из моих лучших троллингов. И если вам нравятся троллинги, то напишите в комментариях, и я буду снимать их больше. Также, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на мой YouTube канал. Ведь уже на 1 миллион и 330 тысяч подписчиков я запишу прокачку подписчика. Осталось совсем немного, так что подпишитесь, чтобы добить это число, и я запишу прокачку подписчика, кого-то из вас прокачаю, так что, если вы еще не подписаны, подпишитесь и ждите прокачечку, а мы погнали троллить Котю. Let's go. Итак, ребятки, вот я уже подготовил донатик Коти. Смотрите, какой текст. Во-первых, Данечек Инвестор. Привет, Котя, красавица, Игорь Божусь и Троха. Погнали, дуэль 1 на 1. Это я, Капитончик, мой один. Ну и дальше все по дефолту. Все, насыпем ей так и быть на еду. 5 minutes later. Так, ну все, ребятки, донатик я оформил. По сути, сейчас Коти, он должен прилететь. О, прилетел. Я что-то не понял, почему она говорит, что ты ее сын? Ах ты тварь. Ах ты тварь, говорит Кентик. Мы тут в лобби с Риком. Еще и с Рик там. Он назвал тебя с Риком, Рикардыч. Бубасик! А ну растащу. Да я его растащу. Бля, что он такой говорит? Лера Кусо. Ляпа ты усатая. А я это не поняла. Он на меня нагнал. Он на тебя рыпнул. Ты говна. Он что, сыну деньги дала? Да он бутылки сдал. Какие бутылки? Что она несет? Я Данечек Инвестор, я заинвестировал. Рикардыч, надо сегодня будет их хорошенько затроллить. Короче, ребят, на самом деле я планирую сегодня затроллить Котю и специально проиграть. А потом вместо Керголда слить ей кое-что другое, но вы это увидите. Я вас выиграю сегодня и заберу у вас Керголд. Она пишет окай, го, запускаемся. Так, братва, мы в лобби. Так, а я не применил Керголд. Ну и пофиг, в принципе. Ну что, ну басик? У меня дешманские скины стоят. Ну что, ну басик, ты готова отдать свой Керголд? Да, я ему напишу, ему надо унизить. А прикинь, если у нее нет Керголда. Придется, как говорится, чем-то другим расплачиваться, Рикардыч. Я тебя ся унижу, даже не почувствую, ты бот мохнатый. Она писала это в свой чат командный. Че пишет? Я думаю, что у тебя в голове сейчас тупо флешбеки. Поехали, поехали, мужики. Так, окей, надо как-то сейчас ее затроллить. У меня, в принципе, бесконечные гранаты. Так, ну одну можно... Не, используй бесконечно, буквально два раза давай. Надо потихонечку троллить. Она ж тёмки в тёмке. Блин. Не, не в тёмке был, ладно, врал. Понял, надо делать вид, что я, типа, обычный игрок. Я буду его вот так вот чекать. Блин, Котя, это что за сверхгений? Она просто ходит, мансует туда-сюда. Не лезь, ребят. Подняю, подкинь, нарел, лайк влепите. Что? Надо давай троллить, а потом сливать. Вытащить. Хорош, Капитончик, хорош. Рикардыч, а может этот не... От меня троллит, как меня в ролик, просто троллили Керголд, я ее выигрываю и забираю его себе. Влепите. Что? А как он катапультировался? Это чё? Ты видал? Это хрень. Это чё такое? Он катапульту включил? Это читы. А давай ее просто обойдем с другого плута. Смог только надо бы дать. Ай, блин, уже раунд. Ай, пофиг. Я пошел на другой план. Пробиваю. Кот, зад чекай. Зад. Она сильно офигеет, если меня тут увидит. Блин. Давай тут посидим просто, понял? Опа, черепа. Роднулькины, спасибо. Сейчас я капитошку. Ты чё, падла белобрысая? Какой Керголд? Эти ноги в жопу позасунули. Ты куда пошел? Ты видел, как она ползла? Ты чё позиции не чекаешь? Ты куда таким топом? Вообще, что он нарушает мини... А когда он туда залез, мужики? Его буду Рик, пацан... А как Рик не в игре? Они, у него все нормально, мужики стоит. Но надо уточнять такие моментики в дуэлях, чтобы потом, ну, таких недопониманий не было на самом деле. Так, окей. О, бэй, Тёмка. А, прости. Ладно, тогда отдаю раунд. Пусть раунд отдает, где пишет он, кто бы крыса, капитан. Крыса, раунд отдавай, отдаю, да? Отдаю раунд, он пишет. Понял, она подбежит и ее надо. Да это зачем? Хотел, чтобы он побежал, ее ножом зарезал. Блин. Ну, Котя, смотри, хитренько. А подожди, он со сменой поставил или за Б? Котя, го на ножах. Котя, го на ножах пишет, чего?
пишет го. А, го пишет го, го. Ничего себе. Где она? Я понял, что я медленно специально хожу, чтобы не палиться. Ну попробуй только сейчас меня снаружи убить, Котя. Все, мужики, момент истины. Я его сейчас возьму на свой подсак. У меня сколько хп, Рикардо, что знаешь? Ну, пока что много, пока что все. У тебя он план будет ставить, Коть. А, она даже не подходит. Зачем? За что? За что? Что? Чего там? Это бог! Это боги правил, реально. Не заходите, канал, заходите, папы, повыривайте до 5 РП. Стой, я думал, это нож. У меня витательные ножи похожи. Он нарушает правила. Он игру тупо не... Слева, слева, слева. Обходи, обходи, да, вот тут. Она идет на мид почему-то. А Котя бьет на мид, чё? Да, она же на Т-спавн пошла. Можешь запленить, плен, плен. Она на Т-спавн уже, всё. Не, он же там смог лежит, он плен поставил. Падла. Через лонг, да? Да. Сланка. Вот хаешка ее, ой, этой флешкой. Смотри, он тут с ножом будет стоять, вот тут, скорее всего. Уходи назад, флешка. Сейчас резать будет. Оп. Опа, увидел. Ой-ой-ой, опасный смог, момент. Давай смог. Префом, убей. Боже, иди отсюда. Ты форелла, ты можешь префом. Что ты форелла? Так я префом сделал. Куда ты стреляешь? Патроны закончились, у меня патроны закончились. Ты для капитонов тупой. У меня это ты тупой, я тебе сейчас мозги тупо правлю, реально. Ты пойманная матня. Котя, а ты умеешь стрелять? На левую кнопку мыши нажимай, чтобы стрелять. Бомбу по фастику поставим и свалим. Ой-ой-ой! Вы видели, как я косая, реально. Хорош, мансиш, отлично. Либо на втором этаже сейчас будет пикать, как ты будешь дефать. Не-не, пускай раздефает. Он где-то здесь. Ну ладно, подарь мне раунд. Блин, точно. Она идет тебе. Блин, я точно, я забыл. О, красава, Котя. Ей. Будет задефать, да? Я успею! Не успеешь. Ну, у меня олень, типа, ну, она даже не понимает время тайминга дефа, взрыв. О, давай возьмем 9 раундов, топ 2 чисто будет. Она не успела! Ладно, я уж, пожалуй, пока не буду брать много раундов, а то потом я слить не смогу. Потому что нам какой-то раунд случайно затащит. Даже так не будешь попасть. Будешь отдавать свой раунд. Она пошел! А, она тут, она тебя ждет. Хорош, Мэнчикус! Я вообще не понимаю, где он. Сейчас, подожди, надо запрятаться. Ой-ой-ой, вот она офигеть. Не увидела? Увидела. Чего? Что за хрень? Он как на скейте ездит, ёпта. Смотри, он тупо. Он тут будет с ножом слева стоять в дыму. О, дымчик. Идет тебе. Я уже ухожу, Рикардо. Ты же кружочек. Да, может быть. Не, она смотрит. Она чекает. Не, отворачивается сейчас. Он меня бесит. Что, подожди. Да, вот так, вот, наклонись. Да убей ты его! Сюда домой потеряйся, бот, реально, фу! У меня руки вспотели, не беси меня, Харёк, ты реально оплёванный! Да, во! Да, ну, Басик, ты учил жопой становиться! Как это? Никто меня не учил жопой становиться, в том-то и дело! Я вижу, а ты откуда знаешь, это Рикардыч? А, меня Ера учил, кстати. О! Что это? Да смотри, как он быстро! Он себе походу скорость накрутил! Что? Ой, ну Басик! 10 хп от ханешки! Да блин! Затроллил Сасик! Сюда, домой теряйся, домой стрелять теряйся. Тебе осталось выиграть 5 раундов, и ты забираешь керамбитку. Я его заберу, да, как говорится, у него щиты, да, он нечестный щитами, ну просто потеряется этот капитон в реальном страхе. В этом вся суть моих троллингов, я не знаю, что произойдет, мы просто веселимся. Не, ну это же Котя, как можно и не слить по итогу? Плюсик, надо дать ей, понял, надежду ложную, что она Керголдик залутает. Мужчина, Бэк, он нарушает правила. Иванчик, спасибо. Если бы он не нарушал бы правила, Котя бы его вздрыгнул. Сзади он у тебя на КТ, респе, клоун. Чекает КТ. Да не дочекай, дочекай. Да фак, откуда она знает, что так выйди на Басик! Сюда теряйся. А что он там делал? Он же был там, а тут оказался там. Нет, реально. Он там изначально был. Ты что там делаешь, реально? Ты что тупо карты не знаешь, капитонов, какой тебе стендов? Иди реально башенки. Хоть соберись, реально. А, у меня читы пишет. А, ну все, тогда Керголдик ей, получается, не отдаем. Все, я покажу. Думали, Котя честно играет, а она с читами сама играет. Попей, у меня не будет вопрос, вот, как я так долго зажимаю. А тебя что там, патронов анрил? А, так ты, по-моему, стену зажимаешь. Да, вот тут хорош, хоть минут 90. Братанчик, а хочешь себе тоже купить Керголдик, но голдишечки нет?
Я знаю, как это исправить. В этом тебе поможет GG-шечка. Только там ты сможешь выбить какие-то крутые скинчики из ящичков, а потом вывести себе и в стендовчик. Ну а самое крутое, что я для тебя подготовил два промокодика на бесплатные ящички. Вот первый на ящик граффити. А если ты достиг третьего уровня, то вот второй на ящик элит. Но это не все. Также для тебя у меня есть вот этот промокодик, который даст тебе приятный бонус к сумме твоего пополнения. С его помощью ты сможешь открыть побольше ящичков на халяву. Ну и самое классное, что за каждое пополнение ты получаешь галеоны, которые потом можешь обменять на какой-то скинчик в лавке Оливандера и сразу вывести его в стендовчик. В общем, за скинами тебе на GG-шечку. Вся информация в закрепленном комментарии, а я продолжаю троллить котел. Нет, не заметила чего? Не заметила чего? Чего? Эй, не лезь, не лезь! Что барылово? Режу, режу клоуна! Он за мной бегает, Рикарди! Это я за... Так может быть... Кипец, я смог сделать перезарядку? У меня ситро, он меня может прирезать. У него время, я буду кружить его. А, у него 27 патронов всего! Дай ей, чтобы она потратила патроны! Да, держи калашик, я ей скину. Коль, он план ставит. Что бы она делала, если бы у нее патроны закончились? Ну, Басик! Она сказала, что мой патрон. А, все, ну у нее теперь калаш. Ну, спасибо, ну, Басик. Я понял, что ты бачу. Ну, Керен, Керен, хорош! Смогти! Смогти, Квол! Потрогай мои руки, тупо мокрые! Я вижу, чтоб читы отключал он! Он же сзади... О, куй, куй, куй! Сюда, сюда, тянайся, шесть! Тупо два раунда подряд взяла сюда, Керголд бы не... Мужики, два раунда и Котин Керголд. О! Нифига я запульнул в прыжке. Почти убил, кстати. Так, слушай, мы постепенно начинаем, походу, сливать раунды. Ну ладно, надо парочку раз, я думаю, СМ-40. Да, попробуем. Парочку раз-то затащить-то нужно, как будто, нет? Да, держи с ним дистанцию. Дистанцию держи, дистанцию. Он уже сзади. Дистанцию держи. А чё у него гранат куча? 88. Окей. Дай чуть позже еще одну хаешку. Уходи, хае. Пикай, 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 клоуна. О, стоп, сколько у неё хп? 9 хп. Молли как будто, она сейчас тут... Блин. Ай! Ай, Данёчек, 9 хп было. Сюда, 7-5! А подожди, а до 8 или до 10? До 8! До 8, смогчи мою ногу, жи! Мари, я просто сейчас беру авик, готов? Он даже с читами проигрывает. Я просто делаю то, чего наш с ним будет никак ожидать. Котя, тут близко. А я уже далеко. Боже, ты его переиграла. Ты видал? Ты тупая, реально, ты промахнулась. Котя чекает просто все позиции. КТ спавн. Слушай, а поняла, что я троллю? КТ. Все, зад. А слушай, а мы, по-моему, ни разу еще на другой плейт не бегали. Ну-ка, погнали. Она чекает КТ плей, она... Да, имба, иди. Чекай, все, вот так чекай, быстро мы перебудем. На А, да? Да. Погоди, откуда информейшн? Я не знаю, она просто пошла на плейт. Котя! Я... У меня кнопки заели! Дефайт? Нет, не дефайт. Тупой сигнал! Что ты делаешь, идиот? У меня заело все! Боже, что ты делаешь? У меня заело все! Что же ты делаешь, Котя? Она уже больше не хочет именно, понял, стрелять. Не убивайте, меня кнопка заел! 9 патронов! 9 патронов на следующий! Я погнал на другой плент. Я не знаю, меня... А что это было? Куда? Ей надо в Симсы играть. Какой стыдов, ёпта. А можешь написать go на plan и пойти обратно на B заложить? Мы в следующем раунде такой форме. Давай, давай, давай. Я понял, я просто сейчас буду с ножом играть. Да я смог. Иди дефать. Не идет дефать. А, ой! Услышали тебя. Один кирпич гол на кону стоит, убей! Попробуй догони. Он здесь. Ой, ладно, надо сваливать. Фак, я сбил. Так, ладно, давай сейчас напишем. Котя, go на аплент. Котя, go аплент, нет. Никакого аплента, реально. Ну, напиши, я иду плантить на. Ну ок, я иду на аплент. Где он? Пока что подпушивает. Подпушивает. Дом подпушивает. Мы баираем, какой я плен тупоголовый. Она около дома, короче, ждет. И тут не перезывай, как тут не перезывать? Несколько хэшек кидай. И может в сторону КТ кинь тоже. Скажешь, куда идет? Он специально меня заманивает. Идет на плент. Дай смок в кишку и беги на Б-плен. Тупоголовый. Все, беги. Найс. Не, она возвращается на Б. Она возвращается. Вот он. Это, походу, ситроха я подсказал. Не, его нету. О, ладно, пока. Я у нее на голове постоял. Ты чё поставил? Погоди, она реально не может попасть?
Ты здоров ли, что ли? Даже я бы не попал бы. Ноль урона, ты тупой! Ты что, за дерьмище тебе подставил? Один патрон, просто встань перед ней. Просто стой. Патроны закончились. Она просто псих. Ай, кот! Напиши. Да его невозможно поставить! Он тебе поставил миллион урона! Его невозможно попалбить! Ладно, Котя, гоя с ситрохой. Это что, еще не конец? Ладно, Котя, гость с ситрохой грибобасом пишет. Ситро, быстро сюда! Оу, я придумал, Рикардович. Она АФК сейчас, да? Она АФК! Падла галимое. Я хотел, понял, на нее встать и просто стоять. Я только что гасила в него 10, а больше не убивает. А до этого 7 раундов шо, куда ты гасила? В голову, ёпта. Слив. Ой, нифига, пулемет взял. И походу патрон не хватило на прошлом раунде. Решили тяжелую артиллерию взять. Не просто столько. Так они мне тоже ни одного не слышали. О, что? Ничего себе, хорош. Легко. Туда этого бомжа. Да он вообще попуск вонючий, вас щитами даже выиграть не может, реально. Нифига он там зажал артиллерию с пулемета просто целую. Ну-ка, давай так же сделаем. Так, нужно, короче, последний раз хорошенько затроллить. Напиши ему, что ты пойдешь на А план, сам заплатишь на Б, а потом надо уже сливать, получается, два раунда. О. Он пишет специально на А, он идет на Б. Я знаю, в смысле. Идет на. На шифта. Кинь хаешку или слепу куда-то на. Он тупо. Он, кстати, у него куча всего, он кидается. Не, он разворачивается обратно на Б бежит. Я тоже тогда не, в честь. Подожди, такого. Зашифтись просто. Вот где он? Где? Фу. Ну что, ну босик что ли? Я тебе надо просто на одном пленту зашифтиться. Он на А. Мужики, лайк прожмите! Покажу, где как надо есть? Читера выносить. Планте на Б. Он возвращается. Ну тихонечко, я просто на КТ, он на КТ. Марина тупо на Б. Я просто сейчас буду это моликами закидывать. У него смог, а ешками надо как будто. Он дефай, 4 секунды, 3, 2, 1. Он раздефал! Я сказал, у него смог. Стаси, бомжик! Да, он всё, прям на коробочку. Прям накидаю. Фу, я боюсь, ёпта. Он клоу. Я боюсь, я хочу реально. О, возвращается на Б. Блин, много хаешек, ну басик. Босик. Переборщил что-то. Он по сикарте кидается, гнида. Близко. У тёмки. Трофля шикарная, смотри, как надо в таких раундах убивать. Я под флешкой! Где-то будешь сейчас погибать. Вот тут, близко. Попробуй пройти. Смог ставить, но не идет. Блин, гнида, я как не знал! Иди обойди его через мид тупо, обходи его. Блин, я вспотела, братва, хотите подмыху занюхать? Только ПМ. Хэшка это была, которая закидывалась прям туда. Так, он сидит у тёмки. Да будет, реально. Капец, ты попал. Я подпрыгнул. Идет к тебе, он в кармане. Кармане? Он пушит, дал флешку. Гнида, у него бесконечные гранаты! У тебя одна должна быть граната, алё! Слышь, не умеет честно играть, да? Ты ж попал! Блин. Пушит! Ну, Рикардыч, ну как и запланировали мы. Ну, ты планировал, да. Запланировал. Это все было запланировано, что мы сольем. Ну, конечно! Ты же вначале так сказал. Так, и теперь им нужно дать заветный кирголдик. Сейчас самая интересная часть троллинга. Спустя два года, реально. Это кобзец, братва. Заходите на Charm Kirgold. Я вам его солью. У нас тут запрос нету. В смысле чарм? Отдавай, я потел, как я весь мокрый, какой чарм? Я тупо потел. Какой чарм? Нет, братик, это и нож, и чарм. Два в одном. И пошел в жопу. Где-то год назад или два. Они мне тоже не слили Kirgold после троллинга. Я стираю Punisher с твоей В2. Я стираю Punisher с твоей В2, пишет? Ты офигел? Ну и пофиг. Не, ребят, я считаю, троллинг получился интересный. Ну что-то они не хотят, по-моему, забирать чармик. Странно. Ну не хотят, так не хотят, что делать. Получается, что ничего. Ну, сольем кому-то подгоним, может, на стриме кто-то заказал. Аня, подожди. Они зашли на чарм. Реально? Это пипел. 205.99, сливай 95.99. А, им слились на 205 голды, кто-то слил. Пошел в С.
сроку. Может, кто-то на стриме сидит, подписчик. Огурчик. О, огурчик словил. Это вроде Котя. Красава, ладно, огурчик. Вот такой вот ролик получился. Я надеюсь, он вам понравился. И надеюсь, вы подняли себе настроение. Пожалуйста, поставьте лайк, тыкайте на видосик, который появился у вас. Вот тут вот. И подписывайтесь на мой канал, на канал Рикардыча, на канал Коти. Пишите, кого затроллить в следующем видео. До новых волнующих встреч. И пишите, Ситроха Грибобус. Ситроха Грибобас, Паравас, Фантомас, Нубас. И еще у него, от него воняет, будто противогаз. Пока.